Я хочу сделать так, чтобы ты был в шоке. Поэтому сейчас я тебе покажу график PewDiePie, его подписок. Отписок, точнее. Посмотри, с какой скоростью от него убавляются подписки. У него было 53 миллиона, сейчас у него... Ну, ты сам видишь на, ну, как бы на моем экране, что сейчас происходит вообще на данной статистике. Live accounts PewDiePie. Люди просто с молниеносной, с гиперактивной скоростью отписываются от контента. Я не могу понять, что это такое. Это жесть. Я ничего не буду комментировать, просто смотри то, что сейчас я буду снимать с данного экрана моего телефона. То есть моего телефона буду снимать и, ну, просто смотри вот и все. Посмотри, с какой молниеносной скоростью от него отписывается более 1000 подписчиков и свыше. Ну, более свыше, одно и то же. Это жесть. YouTube, кстати, опять крашнулся. Он, кстати, выпустил недавно стрим, на котором он проводил дискуссию со своей аудиторией, объяснял, что как бы... ну, не объяснял, а скорее всего уведомлял аудиторию о том, что как бы если YouTube будет крашиться, то чтобы его аудитория, та, которая, ну, является настоящей. К чему я это говорю? К тому, что те люди, которые сейчас отписываются, это неактивные каналы. То есть, я тебе уже рассказывал, есть такие люди, специалисты в компании Google and YouTube, которые сотрудничают, соответственно, с Google и с YouTube, называются Heroes of YouTube. Это герои YouTube. Это специалисты. Это, ну, как бы так тебе сказать, это группа каких-то единомышленников, людей, которые придумали такое течение под названием отписка неактивных каналов. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, ты можешь сейчас посмотреть, какие результаты ну, как бы у PewDiePie, и какие у него были, ну, до этого. То есть у него до этого были более такие симпатичные результаты. То есть у него было 53,5 миллиона. Ну, грубо говоря, 53 и 400 тысяч. А сейчас у него, вот, посмотри, какая глобальная отписка от контента. Это жесть. Люди от него просто отписываются. And I can't believe this. Я не могу поверить в это вообще, серьезно. Это реально жесть. YouTube опять крашнулся. У них опять какие-то неполадки технические. Почему у них нет технической поддержки для того, чтобы в реале обратиться, ну, скорее всего, за каким-то советом, что ли, уведомить их о том, что «Эй, ты, YouTube! Wake up! Get up! Get up or get out! I don't know this». Я не знаю точно, но, в общем-то, в реале это сумбур и это эйфория эмоций в коре головного мозга и вообще всего тела. У меня какой-то прям мандраж, потому что это в реале, ты посмотри, с какой скоростью убавляются у него подписчики. У него сейчас убавилось где-то 10к приблизительно. Минус 10к. Это жесть. Ну, я ничего комментировать не буду. В общем, ты можешь досмотреть. В общем, сейчас ты видишь цифру 886 тысяч. Ну, не считая 52 миллионов. Ну, точнее, мы считаем. В общем, 52 миллиона 886 тысяч. То есть я остановлю это видео, когда у него будет 880 тысяч. Если у него будет эта цифра, ну, убавляться дальше, то я тебе, ну, как бы скину скриншот. Может быть, у него даже будет аудитория в 51 миллион, или в 40 миллионов, или вообще в 20 миллионов, вообще упадет аудитория. Буду сидеть и, не знаю, может быть, я подремаю, пока у него будет аудитория падать. Ну, неактивная аудитория, неактивные контенты и так далее.